Всем привет! Сегодня у меня будет очень доброе видео. Дело в том, что когда я открывала этот канал, я его открывала для красоты, для цветущих орхидей, для того, чтобы найти таких же, как я, немножко с чудинкой, можем так сказать. Те, кто безумно любит орхидеи, не может остановиться, постоянно их покупает. Ищет оправдание тому, что он их без конца покупает и несет домой. Как-то я уже говорила, что в основном те, кто любят орхидеи, любят и животных. Но очень много среди моих подписчиков, людей творческих, я со многими общаюсь, с удовольствием общаюсь, и ВКонтакте, и в WhatsApp, и в любых соцсетях. И однажды, снимая обзор, я показывала куклу. Я думаю, ее многие заметили. И сказала, что я прям мечтаю о кукле ручной работы. Ну и что вы думаете? Мечты осуществляются. Ко мне вчера пришла посылка. Не знаю, я прям такое волнение, ее открыть долго не могла. Я понимала, что я прям чувствовала, что там лежит. Хотя Ирина не сказала, что она посылает. И предлагаю разделить мою радость со мной. Сейчас я вам покажу, что же лежало в этой посылке. Это мои полочки на кухне. На кухне, как известно, женщины проводят большую часть своей жизни. Поэтому все, что мне очень дорого, я ставлю в первую очередь на кухню, либо на стол, либо вот сюда на полочке. Вот цветущая орхидея. Приехала из магазина и стала сразу на свое место на полочку. Тут же на полочке у меня стоят вот эти подарки. Это Любочка, моя подписчица маленькая, мне присылала. Это Валентина Сухинина присылала, я положила сверху. Ну и думаю, уже все заметили. Ирина сказала, эта кукла называется Большеножка. Вот такая Большеножка у меня поселилась на полочке. Она четко стала между вот так полочками. И хочу вам ее показать. У нее длинные вот такие локоны. Она держит игрушку. Очень нарядная такая леди. В шапочке. Приехала она из Иркутской области, города Саянска. Чему я безумно рада и счастлива. Вот такая вот новая жительница у меня дома. Я думала, как же ее назвать. И решила. Ирина ее мне прислала. Я Ирина. Пусть она будет тоже Иринка. Вот такая Иринка будет теперь у меня охранять мои орхидеи. И украшать мой дом. И напоминать мне всегда об Ирине. Очень трогательно. Ирина, спасибо вам огромное. Это так мило, это так трогательно. Покажу поближе. Я, конечно, может, радуюсь, как ребенок, но я действительно очень рада, и мне крайне это приятно. Ирина, спасибо вам огромное, преогромное. Я отправляла Ирине голосовые, благодарила ее за этот подарок.
И она спрашивает, а как вам браслетики? А я вытащила куклу и даже больше не стала разглядывать, что в посылке в упаковочной бумаге. А оказывается, там лежали еще вот эти два браслета. Я очень люблю такие вещи. Люблю стразы, люблю украшения. Все это очень люблю. Вот такие золотые руки у Ирины. Красота необыкновенная. И трогательно до мурашек. Вот так орхидеи объединяют людей, живущих в совершенно разных уголках нашей страны. Это очень приятно, и я часто говорю, как же мы раньше жили без интернета. Даже не представляю, хотя такое и было. Спасибо всем за общение, за то, что вы у меня есть. Ирина, спасибо вам еще раз, огромное-преогромное, за эту красивую мою сбывшуюся мечту. Теперь у меня дома две Иринки, и обе любят орхидеи. Ну а с вами не прощаюсь. Всем чудесного дня, верных друзей и много-много орхидей. Пока-пока!